Всем привет! Мы сейчас очень волнуемся, потому что наш победитель Роман приехал для того, чтобы получать приз. Это потрясающий Volkswagen Taos. И мы ему искренне завидуем и благодарим за то, что вы заправлялись 3 раза на АЗС «Беларусьнефть», использовали карточку MasterCard. И вот такая потрясающая новость, такой потрясающий приз. Расскажите о том, откуда вы к нам приехали, будем знакомиться. Здравствуйте, я Роман Бубин из города Барановичей. Работаю врачом-хирургом. Вот сейчас ощущение, что вы обладатель нового автомобиля. Это ваш заслуженный приз. Вы на нем уже сюда приехали. Какие ощущения? Непривычно. Я никогда до этого не ездил на таком автомобиле. Обычно как-то были более старшие и в основном были седаны. А здесь кроссовер, как-то высоко, непривычно. Смешанные чувства какие-то такие. И с одной стороны и радостные, с другой стороны как-то необычные. Волнительно очень. Оставите машину, правильно? Да, я планирую оставить себе, ну не конкретно себе, оставлю. Жена будет ездить по большинству на ней с ребенком маленьким, а сам на старенькой машине буду ездить. Планирую ездить. Это благородство даже здесь. Вы представляете, он говорит, жене передам, а сам на старенькой машине. А почему? В целом вы вот в семье у вас кто чаще всего ездит на машине? Жена? Я езжу больше за рулем. Ну, в теперешнем мире как-то более привычно и удобнее ездить, иметь в семье как бы 2 машины, потому что у меня график работы очень непредсказуемый, и ночные дежурства очень часто. Месяц дежурю, месяц как бы днем работаю, и поэтому не всегда совпадает как бы с требованиями семьи куда-то там отключиться, в поликлинику, например, съездить. Ребенок, да? У вас да. Жена-ребенок, да? Да. Вы ведь выиграли автомобиль за декабрь месяц, да? То есть вы заправлялись 3 раза в декабре. Возможно, новогоднее желание такое загадали выиграть автомобиль. Ну, то есть как? Вот у вас есть ответ, почему вы выиграли? Ответа прям такого, почему выиграл, нету. Я бы сказал, удача по большинству. Как-то так. Жена говорит, что это просто новогодняя сказка. Новогодняя сказка? Красивая версия очень, да. Новогодняя сказка, да, и в семье такое настроение на весь год, да? Да. Ну, это значит, что 22-е для вас будет счастливым? Да. Хорошее начало года. Хорошее начало года, да. Хорошо. Когда вы узнали о том, что выиграли автомобиль, с кем вы первым поделились? Понятное дело, первым поделился с женой, и все. Больше никто не знает, потому что в любом случае, как бы, в теперешнем мире идет немножко недоверие, и как бы все равно думаю, что где-то кто-то обманул. Девушка, которая вот мне звонила, сообщала то, что я победитель в этой игре, мне звонила 2 раза. Первый раз она позвонила, я сказал, я как бы не верю, она сказала, можете зайти, завтра, поглядите на сайт, там уже ваша фамилия висит. Я зашел, посмотрел, да, убедился, что я победил, и только тогда, вот, когда она 2-й раз позвонила, я тогда уже более-менее, можно так сказать, поверил уже этому всему. Ну, недоверие плюс человек, который вам же важно, как и в профессии, убедиться в том, что это достоверность, вот какое-то основание к операции, да, так скажем. Поэтому, да, вот, ну класс, ваша операция нового автомобиля вообще завершилась успехом. И вы будете точно заметны и в городе, вот, по абсолютно заслуженный автомобиль. Вот. Ну, а вот как вы в вождении, скажите, вы любите водить машину? Насколько... Люблю, уже 10 лет как бы езжу за рулем. И мне это не надоедает. Очень нравится. А заправлялись вы 3 раза? Это было легко? Вот хорошо, ну, как бы комфортно 3 раза заправиться? Да, вопроса нет. Учитывая то, что появилось, как бы надо ездить по семейным делам, к тёще, там вот магазин, ребенок же маленький, тоже надо как бы чаще в магазины ездить, то как бы даже не замечал, как заправился 3 раза и, как оказалось, выиграл. Сколько вы уже принимаете участие в рекламной игре? То есть, вот вы более 3 лет. 3 года. И за 3 года очередь дошла до вас. Ну вот, да, такой на самом деле подарок, да. Победитель декабря 2021 года. Да. Нам очень отрадно. А ваш роман с медициной, это вообще мечта детства, стать доктором, стать хирургом? Ну, это по большинству, наверное, я бы сказал так, мама у меня как бы врач и дядя родной тоже, он как бы хирург. Я думаю, больше, да, больше я так на дядю посмотрел и вот захотел стать врачом. Ну, дядя вдохновил, вот. Хорошо.
Ну что, мы вас вдохновляем верить в чудо, и тому это подтверждение победы Романа. А автомобиль Volkswagen Taos отправляется в Барановичи, его там наверняка ждут, будет праздничный ужин, поздравления, радость, счастье. Мы вам желаем удачного года, чтобы ваши плановые, все намеченные, да, состоялись, состоялись успешно, я имею в виду в карьере, чтобы у вас была уверенность, вот, чтобы эта помощь и взаимное оказание вовремя, все случалось, вот, вы чувствовали внутреннюю уверенность, то, что вы на своем месте и точно творите добро. Поэтому, а мы прощаемся с вами, всего вам хорошего, воскрешения, вот, мира и добра и любви в ваши дома. Пока!